То, что действительно потрясает в статьях Рабаша, это то, что, как я предполагаю, он описывает все, что прошел с начала своего духовного пути, поэтому это подходит всем нам, начинающим, которые проходят те же состояния. Да. Откуда же каббалист так точно пишет о своем пути, который так понятен всем? Значит, в своем пути — это путь любой души. Здесь он нам описывает свой путь, который он переживает, ведь это не собственная автобиография. Он понимает, что он пишет это также для всех, которые будут проходить этот путь. Но для него это жизнь, это просто, это все равно, как тебя спросить, что ты ел на завтрак. Я взял половину помидора, я взял огурчика, творог, масло, хлеб, положил себе сахару в чай или там в кофе, столько-то. Это объясняешь, и те люди, которые знакомы с этим, они ощущают то же самое, что ощутил ты. Вот так вот, просто. Это вот настолько просто и даже еще более ощутимо изнутри, со всеми предпосылками и обстоятельствами. Что это за сыр, который ты ел? Откуда это пришло? От какой коровы? Кто это приготовил? Кто это продал? Каким ножом ты это отрезал и намазал? Ты не знаешь, сколько всяких деталей, которые становятся тебе абсолютно ясными. Но что раскрывается посредством всего этого? Важность дающего. Все эти ингредиенты помогают тебе познать его. Это и означает раскрытие Творца творению.